Владимир, спасибо. Я хочу сказать, что РАН, безусловно, национальное достояние. Вы об этом сказали. И, конечно, надо все сделать, чтобы это достояние работало на нашу страну. Вообще, целью всех реформ, любых реформ, должно быть улучшение ситуации. И мне кажется, что главной целью и этой реформы, которая была, конечно, было улучшить ситуацию научного работника. Надо вот как бы стремиться к тому, чтобы он чувствовал себя лучше, работал здесь, не стремился уехать, в общем, создавал вокруг себя школы, ну и тем самым мы бы укрепляли науку нашей страны, а следовательно нашу экономику и нашу страну. Мне кажется, мы на верном пути, и я думаю, что эти, ну вот на начальном пути какие-то шероховатости, безусловно, решаемые. Это не есть принципиальный вопрос. Но я вот целью своего выступления хотел выбрать одну тему. Это РАН и университеты. Владимир, мы провели недавно крупнейшее социологическое исследование настроения коллектива Московского университета. Опрошено было 6 тысяч студентов, 1000 аспирантов, несколько тысяч преподавателей, профессоров. И я только приведу цифру, касающуюся темы заседаний. Вот у нас огромная аспирантура, не только в России, но и в других не только в МГУ, но и в других университетах, и в академии. И только 15% аспирантов желают заниматься наукой сейчас. Хотя раньше аспирантура была по определению кузницей кадров. Причины они называют разные: мотивация, зарплата, востребованность и так далее. Вот мне кажется, что вот это и есть главное, вот чтобы молодые люди, которые еще очень многое могут сделать в науке, целью своей ставили заниматься наукой и ее приложениями. И если мы добьемся, что не 15, а 75% аспирантов будет по окончанию хотеть работать в науке, это и будет достигнута наша цель. Как мы можем улучшить ситуацию? Я предлагаю более активную интеграцию университетов и Академии наук. Ну, не МГУ жаловаться, у нас работает 300 академиков и членов-корреспондентов всех наук. У нас есть два факультета, сделанных совместно с наукоградами. Один факультет с Черноголовкой и декан, вице-президент Алдошин. Второй факультет с Пущино, биологический, и декан, академик Мирошников. То есть у нас как бы уже есть конкретный факультет наукоград Академии наук. Но все-таки мы, вот надо честно признаться, мы не смогли преодолеть барьер. Вот одни живут по одним законам, другие по другим. И вот такой как бы полной эффективности нашего сотрудничества, я думаю, что, ну вот я говорю сейчас откровенно, я думаю, что нет. Вот нам надо добиться большего, чтобы Академия наук и наши университеты, в том числе и университеты в регионах и так далее, были более-менее единым целым. Второе, что я хотел сказать, что, конечно, вот мы сделали, допустим, сотрудничество, но а где практика? И мне кажется, что мы вот должны заполнить брешь, отраслевая наука, корпорации, фундаментальная наука, то есть создание кластеров. Кластер Академия участвует, институт Академии, университет и крупная промышленная корпорация или несколько промышленных корпораций. Ведь надо решать уже конкретные задачи, в том числе это и импортозамещение, о котором мы говорили, и высокие технологии, применять наши фундаментальные знания. К сожалению, у нас есть только отдельные примеры этих кластеров. И третье. Вот и Евгений Максимович, и Михаил Валентинович сказали, что межфакультетская тематика, междисциплинарная тематика. Я хочу привести один пример. 3 года назад в университете было объявлено, что будут читаться курсы не по данному направлению, а межфакультетские, то есть которые применимы для разных дисциплин. Все преподаватели были против. Это и так будет нагрузка, и это, в общем, у нас хватает своих курсов. И я сказал, давайте попросим студентов на сайтах, если они запишутся на эти курсы межфакультетские, мы будем их читать, если нет, не будем. За один день записалось 15 тысяч студентов. Сейчас их читается 150
межфакультетских курсов. Вот один из авторов, Владимир Алексеевич Соловьев, читает «Космос», на который ломятся тоже студенты. Это что означает? Это означает, что вызов вот, междисциплинарного сотрудничества есть уже снизу. То есть студенты хотят, не хотят вот, уже узко специализироваться, а хотят более широко смотреть на знания, на мир и следовать на свою будущую работу. Вот. Я думаю, что вот сотрудничество по межфакультетским тематикам между университетами и Академией наук тоже очень перспективно. Ну и я в качестве позитива хочу сказать, что тогда обсуждалось при реформах создание кадров и комиссии. Она сейчас создана, я имею честь в нее входить. Она работает по принципам, близким тому, что есть в университетах. И первое заседание, уже два было, показали, что... Вот, я думаю, это правильная работа по подбору кадров для перспектив. Вот. Это тоже одно, на мой взгляд, неплохих решений тогда, связанных с реформой Академии. Спасибо.